Такое большое количество берестейцев на грибном канале поразительно, но оправдано. Спортивный Брест и его жители впечатляют и удивляют своей активностью всегда. Здесь собрались вместе все – студенты, учащиеся школ, рабочие, служащие предприятия и организации города, семейные команды и просто неравнодушные брещане в свой выходной день поставили будильник пораньше, оделись потеплее и отправились отдыхать и оздоровляться. Погода самая благоприятная, а что еще нужно для хорошего настроения? Мы уже давно не помним такой снежной, красивой зимы. И люди наверняка уже соскучились по лыжне. И вот благодаря всему этому сегодня стало возможным проведение лыжни 2017. Город Брест южный. И традиция, к сожалению, теплой погодой была одно время прервана. Практически последние 3 года у нас не было возможности в связи с отсутствием снега проводить эти мероприятия. И мы просто счастливы, что выпало такое обильное количество осадков, и у нас появилась возможность эту традицию возобновить. Зима есть зима, должен быть снег. Уже 4 года, наверное, дети города Бреста были обделены такой возможностью просто покататься с горки, поваляться в снегу, наконец-то достать лыжи, коньки. И я уверена, что даже родители, те, которые обладают, наверное, навыками еще с детства, тоже с радостью достали свои уже порядком запылившиеся лыжи, коньки. И сегодня, да и каждый день, каждую минуту, каждую возможность используют для того, чтобы покататься на снегу, чтобы ощутить, наконец-то, что такое настоящая зима. Кто-то в лыжном деле новичок, кто-то уверенный любитель. Были на празднике и те, кто показал собравшимся настоящий мастер-класс в гонках на дистанции 1,4 километра. Спартакиада объединила вместе жителей города над Бугом. Лыжный вид спорта, он развивает все группы мышц. И как раз такую погоду это востребованный вид спорта, которым должны все заниматься. Вот. Хорошее настроение. Отличная погода, конечно же, нацелены на победу, на результат. И мы все пришли сюда с удовольствием поддержать всех участников этой лыжни. Ну, а, конечно же, в первую очередь лыжников администрации Ленинского района. Мы за них болеем, они лучшие. Пропагандировать здоровый образ жизни среди населения по максимуму – первостепенная цель инициативы «Брестская лыжня-2017». Идея оправдала ожидания организаторов праздника. Скользили все без исключения – и взрослые, и дети, впервые встав на лыжи. С пользой для здоровья решили провести выходной морозный день свыше 400 жителей областного центра. Поддерживать здоровый образ жизни, не пить, не курить, заниматься спортом и быть всегда на позитиве. Даже такая погода не помеха? Нет. Я хочу заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. Для чего сюда сегодня пришел? Чтобы смотреть, как ездят лыжники, чтобы научиться. Тебе нравится? Да. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буг ТВ.